Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 96, упражнение номер 3. В этом упражнении мы должны будем решить две задачи. Было 1, 2, 3, 4 помидора. Стало на 1 больше. Сколько помидоров стало? Итак, повторим еще раз условия задачи. Было 4 помидора, стало на 1 больше. Вопрос, сколько помидоров стало? Чтобы узнать, сколько стало помидоров, нужно к 4 прибавить 1, получится 5 помидоров. Записываем ответ. 5 помидоров. Посмотрим на вторую задачу. Было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вишен. Стало на одну меньше. Сколько черешен стало? Итак, повторим еще раз условия задачи. Было 7 черешен, а стало на одну меньше. Вопрос. Сколько черешен стало? Чтобы ответить на вопрос задачи, мы должны из 7 вычесть 1. Получится 6. 6 черешен. Записываем ответ. Две точки. 6 черешен. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.